Дорогие друзья, всем привет! Мы вчера были в городе Бамберг и купили вот такое замечательное копченое пиво. Там мы не успели его выпить, и сегодня мы устроили маленький пикник. Мы его открываем. Это самое известное пиво копченое. Ее можно купить в самой старой пивной Бамберга, которая работает с 1405 года. Посмотрите, какое оно красивое, темное. Его выдерживают в дубовых бочках и готовят из-под копченого солода, который обжигают на... сейчас скажу, на улице обжигают. Терпкое пиво низового брожения с плотностью 13%. В общем, в нем получается 5 примерно алкоголя. Кому напоминает это... Сейчас я попробую, потом скажу вам. Я говорю, ну-ка ты пробуй. Ух, горькое, конечно. Такое интересное пиво. Ну, есть подкопченый вкус, да? Да, мы пробуем. Мы устроили пикник. Видите, мы на улице. Может, вам машины немножко мешают, но у нас пикник. Такое очень интересное пиво, да? Такое. Такое. Есть привкус полена какого-то. Да? Да. В дубовых бочках его выдерживают. Не, ну очень вкусное пиво. Есть какой-то подкопченый такой вкус. В общем, это вкусно. Мы должны были это попробовать. Уехать из Бамберга и не попробовать копченое пиво. Всем пока. Не забывайте подписываться на мой канал. До новых встреч.